много информации о том, что наступили последние времена, о том, что негативно сказались реставрационные работы у гроба Господня. Что вы думаете по этому поводу? Глупость очередная. Последнее время. Да если бы вы знали, вот историю, тот, кто пишет вопрос, не знает просто. Это непрерывные. Вы знаете, что было в 1492 году? Уже прекратили уже высчитывать последующие годы Пасху. Почему? Конец света. Все, уже конец света был. В 1666 году, разве непонятно уже, что Антихрист пришел? Три шестерки было. Господи. А сколько этих протестантов, адвентистов, уж сколько раз Христос приходил уже то на одну планету, то на другую, все конец света. Одевались, переодевались в белые одежды, и все. Чего только нет. Так что и сейчас. Ну, я же вам говорил, начал сегодня, мамбрийский дух упал. Да он 1990 в каком-то шестом или восьмом, что ли, или втором году. Ну, в общем, в 90-х годах упал. Я там был. Ну, да. Не теперь вдруг упал. Господи, Боже мой. И чего только нет. Надо думать не о конце этого света. Это не... сам Христос сказал, отказался отвечать о дне и часе. Ну ты, Христос, может, и отказался, а мы-то знаем. Упал дуб мамрийский. Все, конец света. Вот так. Мы лучше знаем тебя. Вот что твои бедные, все гадаем о конце света. Подумайте о своем конце. Может быть, завтра уже тебя хоронить надо будет. Вот о чем подумай надо. А это не в твоей власти, не в твоих руках. И следовательно, совсем тебе не следует этим заниматься. Вот как лукавый, вот дьявол, слышите? Мне, чтобы заняться тем, что вот я, может быть, завтра умру, как мне подготовиться? Нет, я буду в конце света уже рассуждать. Подумайте, да чего же я умный? Ой, ну вы уже тысячу раз убедились, насколько умные, правда? Невероятно умные.